Извините, вы не могли бы убрать вещи? Ой, простите. О, да ладно. Я что, вижу кошмар? Простите, мэм, я хотела бы пересесть. Мы были женаты. Худшие 20 лет моей жизни. Мы были в браке только 5. Долго в себя приходил. Через 4 дня... Наша дочь выходит замуж за парня, которого только что встретила на Бали. Хочу поцеловать. Я как будто очнулась и увидела все, о чем мечтала. Она поставит крест на карьере. То есть пойдет по моим стопам. Я должна ее спасти. Его она и слышать не станет. Можно шампанское? И мне бокальчик. Просто оставьте бутылку. Спасибо. Я не позволю ей загубить свою жизнь. Надо как-то заставить их расстаться. Чтобы наш план сработал, придется нам пойти на мировую. Мы сейчас одна команда. Привет! Вы что, договорились не убивать друг друга, пока не убьете меня? Мы приехали поддержать тебя, милая. Да, мы одна команда. Да. И, пожалуйста, давай без гадостей. Так стараешься, смотри, не лопни от переедания. Споров? Эй, здесь, не трогай здесь меня! Нет. Пассивной агрессии. А активную агрессию можно? Постарайся храпеть потише. У меня есть пластырь антихрап. Удивительно, что ты до сих пор один. Мам, пап, это Гиде. Ом свастясту, Гиде. Класс. Выучила, чтобы я выглядел как дурак. Ты и без меня справляешься. А это точно не акулы? Давай, хватит трусить! А может, они акульи-разведчики? Прыгай! Я говорил, он работает на акул. Так, ты чего, больно же? Надо сжать со всей силы. Он сказал, нажимайте на рану. Какой у нас план? Надо украсть кольца. Как они там? Расстроены. А вдруг мы не правы? Мы точно правы. Кто мы такие, чтобы решать за Лили, что для нее будет лучше? Господи, у меня просто нет слов. О чем речь, не понимаю. Она нашла кольца. Где? В маминой сумке. Так и знал. Что? А ты все такая же красотка. Держите. Эта штука не для слабаков. Он мальчик взрослый, справится. Ну ладно, вперед, погнали. Обрубите, пожалуйста, какой-нибудь музон для этих старперов. Опрокинем. Какой мне? Там один стакан. Как один? Два. А, да. Да! Только не это. Пап, пожалуйста, не позорься. Какой кошмар. Как мне это развидеть?